Какую ты работу нарисовала Валентина Серова? Ида Рубинштейн. Что ты видишь на этой картине? Расскажи нам немножко про нее. Ида Рубинштейн, танцовщица и актриса. Серову она понравилась. Она как ты думаешь, еврейка? Чем вот... Что, прости? Еврейка. И... Это как-то отражено на картине? Ну, да, вроде бы фамилия такая, похоже что-то. Какие еще еврейские фамилии ты знаешь? Фракенштейн. Тогда Фракенштейн, Рубинштейн. Все фамилии, которые заканчиваются на Штейн. Я тебе больше скажу, Штейн — это тоже еврейская фамилия. Ну если вот, поэтому Штейн. Ну, понятно, да. Я даже не понимаю, почему она голая, почему он именно ее голую решил нарисовать. Вот, кстати. Может, он вот так вот рисовал? Скорее всего. Вот это то, что нарисовала ты. Да. Ты знаешь, мне кажется, на твоей картине Ида Рубинштейн даже больше еврейка, чем на картине Валентина Серова.